Всем большой привет! Сегодня я хочу приготовить грушевый кекс, но он будет немножко в оригинальном исполнении. Само тесто у кекса получается очень влажным, вкусным, ванильным, а груши там просто волшебные. Так что сейчас я вам покажу, как это легко и просто сделать. Ну что? Лунтик? Нет. Это наша Китти, она же Лунтик. Да, еще много-много у нее имен есть. Не рассказывать? Нет, молчать, не рассказывать. Начинаем мы с сахарного песка и сливочного масла комнатной температуры. Нужно нам их миксером хорошенько перемешать. Ну, в принципе, можно и сразу добавить сюда же ваниль. Теперь добавляем сюда 4 яйца. И взбиваем. Все, масса взбита. И на последнем этапе я добавляю сюда муку и разрыхлитель. Муку обязательно мы просеиваем. Все, тесто у меня готово. Видите, оно получается такое достаточно густое. Это хорошо, потому что груши будут хорошо в нем стоять и держаться. Теперь нам нужно очистить груши. Груши от кожуры я очищать не буду. Мы их делим... Мы их делим пополам. И вытаскиваем только вот эти вот серединку и попочки. Вот таким вот образом. Теперь я беру груши и вот так вот ровно их сюда вставляю. Вот таким вот образом. Красиво, правда? И убираю в духовку выпекаться на 180 градусов. И посмотрите, какой классный пирог у нас получился. Тесто поднялось и груши закрыло практически полностью. Но то, что даже сверху торчит, все это пропеклось и очень-очень вкусно. Сейчас я даю ему полностью остыть, только тогда вытащу из формы, порежу и покажу, что получилось. Ну что же, пришло время пробовать наш пирог. Пирог, кекс, не знаю, как его назвать. Вы не представляете, как он пахнет. Так, извлекаем его из формы и на досточку. Вы посмотрите, какой он идеальный получается. Просто невероятный. Вы посмотрите на это. Вы когда-нибудь такое видели? Вот представляете, если к вам придут гости, и вы на стол подадите что-то подобное. Все будут просто в шоке. Мне очень нравится. Пахнет просто обалденно. Груша полностью пропеклась, она нежнейшая.
кекс просто воздушный. Боже, вы обязаны просто это попробовать, потому что вы прекрасно видели, как это просто делается. Все замешать, закидать и все. И кекс готов. Всем приятного аппетита! Отпишитесь мне обязательно, кто это сделает.